эксцентриссимо. Начинается учебный год. Многие затянули пояса и собрали детей в школу. Форму купили, дневники, какие школе надо, на ремонт классов скинулись. Олигархические отпрыски тоже учатся. Нехотя, но ездят с личными водителями в школу для таких же несчастных, у которых все есть и зачем-то еще нужно образование. Правда, там делают все, чтобы мучение богатых школьников не было тяжким. Там нет кожаных козлов для физкультуры, есть настоящие лошади. Вместо ватрушек на обеде дети перехватывают устрицы. И даже тугой папин кошелек не открывает двери в такие места. Нужны еще рекомендации всякой элиты. Это же почти масонская ложа. И только после кастинга у семьи возьмут 1 000 000 рублей на то, чтобы годик повозиться с их главной драгоценностью. Некоторым родителям не жалко расстаться с сыновьями или дочерьми ради их светлого будущего. Посылают их с 50 000 долларов на семестр в Швейцарию. Там есть институт Лерозе, школа для королей. Дома зубы на полке, а чадо учится и живет в средневековом замке. Топчет теннисные корты, учится ездить верхом, управлять яхтой, а зимой на лыжах в горах настоящих, а не горах грязного снега катается. И детский повар там считается лучшим на континенте. Вот про что сказали: век живи, век учись. Эксцентриссимо.